Завтра у Джамбо-Джамбо вправду выходной. Что? Я не хочу. Сэр, Зазу! Зазу! Сэр! Фильм дублирован кинокомпанией «Нева-1». Режиссер озвучания Мария Соловцова. Автор текста Лиля Королева. Звукорежиссеры Елена Демидова и Александр Лукьянов. Роли озвучивали Рафик Кашапов, Константин Хабенский, Александр Лушин и другие. Песни исполняют Андрей Шамин и Сергей Савченко. Директор Олег Березин. Санкт-Петербург, 1998 год. Все родители хотят научить своего малыша самому главному – верить в себя. Я хочу делать что-то важное, когда вырасту. Быть добрым. У тебя все получится. Умным. Безопасность гораздо важнее победы. И смелым. Все заслуживают заниматься любимым делом. Не позволяй мелким трудностям вставать у тебя на пути. Спасибо, мама. И наши герои в этом помогут. Пошли, мам! У нас все получается лучше. Не повод открыть! Доброе утро с Микки. Каждый день в 9.00 на канале Disney. Ты храбр, ловок и силен? Тогда присоединяйся к команде рейнджеров. Нам нужен ты! Примерь-ка свой новый прото-костюм. Прими участие в спасении галактики от коварного злодея Дрэка. Мы захватим эту планету! Нажми ты на кнопку, Зет! Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры. В это воскресенье в 19.30. Большая анимация на канале Disney. Хакуна Матата. Смысл фразы так прост. Хакуна Матата, веселись полный рост. Забудь заботы и держи трубой хвост. Вот и весь секрет, живи сто лет. Хакуна Матата. Да! Трубой хвост. Вот и весь секрет. Как жить теперь? Хакуна Матата. Димон!